С первого взгляда это совсем обычный петух, но присмотритесь, он ходит точно как пингвин, полностью выпрямив свое тело. Эта птица уже стала настоящей звездой в Цзиньхуа, городе в восточно-китайской провинции Чжэцзян. Я никогда раньше не видел такого петуха. Он может ходить на задних лапах, как человек. Владелец петуха говорит, что нашел его во время командировки в деревне Лисинь, которая расположена в восточной китайской провинции Аньхой. Он купил трехлетнюю птицу у местного фермера за 10 тысяч юаней, что чуть больше 160 долларов США. Когда петуха доставили в Цзиньхуа, он привлек много внимания. Птица. Я никогда не видел подобное. Это странно. Владелец чудо-птицы захотел сделать своего питомца достоянием общественности и решил пожертвовать петуха в местный зоопарк. Если петух будет жить у меня в доме, то его сможем увидеть только мы с вами. Я надеюсь отдать его в зоопарк, чтобы больше людей смогли увидеть эту странную птицу. Руководство зоопарка пришло к выводу, что необычная походка птицы связана с заболеванием хряща, недуг, случившийся в раннем возрасте и вызвал деформацию его тела. Сейчас же птица должна перенести в зоопарке карантин, после чего она встретит своих первых посетителей.